Накануне открытия прямого авиарейса делегация из Арабских Эмиратов прилетела в Сочи, чтобы оценить возможности современного курортного города с развитой инфраструктурой и уникальным природным ландшафтом. У вас менее жарко, чем у нас. Хороший климат, красота. Рейс будет регулярный 2 раза в неделю. Стоимость билета эконом-класса до $500. Новое прямое авиасообщение позволит туристам максимально сэкономить время. Гости из Арабских Эмиратов будут прилетать на курорт, отдыхать, пользоваться всеми возможностями курорта. Их привлекает очень Красная Поляна, наши экотропы, пешеходные маршруты. Один из членов делегации в Сочи не первый раз. Будучи студентом Московского госуниверситета печати, он приезжал на курорт и сегодня удивлен произошедшими изменениями. Это мой второй визит в Сочи. Первый визит был в 1989 году, когда я был студентом МГУП. И я очень поражен, что очень чистый город. И инфраструктура тоже замечательная. Гостям рассказали о курортных возможностях в Сочи, об отдыхе в здравницах. В свою очередь, арабская делегация попросила предоставить им данные о событиях нашего города, чтобы включить их в календарь путешественника. Это издание позволит потенциальным туристам заранее планировать поездки в Сочи. Елена Овсецна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.